Сегодня без вами очередная родина. Максим Гамбо с вами. Очередь основатель Международного общества сознания Кришны. Шри Прабхупада Ки Джай. Джам Вишну Пад Парамахамса Парибрадика. Чари Шатра Шат Шиши Матрани Десан Пачарна Рабин. О, Шри Бхактисан Сасетаку Махарадж Ки Джай. Шри Шиодор Кшадас Бабджи Махарадж Ки Джай. Шри Кшатан Бабджи Махарадж Ки Джай. Шри Нас Дас Бабджи Ки Джай. Шри Кшатан Бабджи Ки Джай. Читай горы Чандрати и Джай. Шинкам Тарачимам Бхагам Шимам Бхагаду. Шиюга Тарм Шихаринам Санкит Маляк. Шихаринам Прабу. Гора Бхакта Винда Ки. Рухай Гора Каминам Дей. Слава всем Сударшим. 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 Radha Madhava Kunja Bihari Yamuna Tira Vanachari.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, рад приветствовать. Сегодня у нас на кону песня 1, глава 16, текст 21. Глава называется «Как Парикшит встретил век Кали». Здесь описывается удивительная беседа между олицетворенной землей, которая предстает в образе коровы, и быком, олицетворенным персонажем Дхармы. Давайте прочитаем текст на санскрите. Аракшьяманах. Да. Аракшьяманах стрия урви балан. Аракшьяманах стрия урви балан. Аракшьяманах стрия урви балан. Шучасьятхо Пурушадар и Вартан. Шучасьятхо Пурушадар и Вартан. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Абрахманье Раджакуле Курагьян. Абрахманье Раджакуле Кулагрьян. Абрахманье Раджакуле Кулагрьян. Аракшьяманах стрия урви балан. Аракшьяманах стрия урви балан. Шачасьятхо Пурушадар и Вартан. Шучасьятхо Пурушадар и Вартан. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Абрамане Раджакуле Кулагриян. Абрамане Раджакуле Кулагриян. Аракшьяманах стрия урви балан. Шучасьятхо Пурушадар и Вартан. Шучасьятхо Пурушадар и Вартан. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Вачам девим Брахмакуле Кукармани. Абрахмане Раджакуле Кулагриян. Абрахмане Раджакуле Кулагриян. Давайте прочитаем пословный перевод. Аракшьяманах. Аракшьяманах. Незащищенные. Незащищенные. Стрияха. Стрияха. Женщины. Женщины. Урви. Урви. На земле. На земле. Балан. Балан. Дети. Дети. Шочаси. Шочаси. Ты испытываешь сострадание. Ты испытываешь сострадание. Атхо. Атхо. Потому. Пуруша Адайх. Пуруша Адайх. Мужчинами. Мужчинами. Ива. Ива. Подобно этому. Подобно этому. Артан. Артан. Те, кто несчастливы. Те, кто несчастливы. Вачам. Вачам. Словарь. Словарь. Девим. Девим. Богиня. Богиня. Брахмакуле. Брахмакуле. В семье Брахмана. В семье Брахмана. Кукармани. Кукармани. Действия, противоречащие принципам религии. Действия, противоречащие
Абрахманье. Люди, враждебные брахманической культуре. Раджа-куле. В семьях правителей. Кула-агарьян. Большинство семей брахманов. Перевод Шрилы Прабхупады. Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Или ты несчастлива от того, что богини знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство рода правителей, которые не уважают брахманическую культуру? Комментарий. В Векале к женщинам и детям, так же, как и к брахманам и коровам, будут относиться с грубым пренебрежением и оставлять их без защиты. В этот век недозволенные связи с женщинами приведут к тому, что о многих женщинах и детях некому будет заботиться. Соответственно, женщины будут добиваться независимости от мужчин, и брак будет заключаться как формальное соглашение между мужчиной и женщиной. В большинстве случаев дети не будут заботиться, о детях не будут заботиться как следует. Брахманы традиционно являются разумными людьми, и таким образом им нетрудно будет достичь высот современного образования. Но в отношении моральных и религиозных принципов не будет никого ниже них. Образованность и дурной характер несовместимы друг с другом, но они будут уживаться вместе. Сословие правителей осудит заповеди ведической мудрости и предпочтет править так называемым светским государством. Так называемые образованные брахманы станут предметом купли и продажи для таких беспринципных правителей. Даже философы и авторы многих книг, объясняющих принципы религии, будут занимать высокие посты в правительстве, отвергающем все моральные кодексы шастр. Брахманам строго запрещено поступать на такую службу, но в этом веке они будут не только поступать на службу, но и заниматься самой презренной деятельностью. Таковы некоторые признаки века Кали, которые разрушают благосостояние всего человеческого общества. Омагьянна тимирандасия гьянанджана шалакая чакшурн милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале сваям рупа дадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рупьяшча крипа синхубья эвача патитанам павани бьё вайшнавы бьё намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Виданда Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявари Пашчатья Дешатарине. Еще раз давайте внимательно погрузимся в смысл стиха. Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины. Или ты несчастна от того, что богини знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии. Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство родов правителей, которые не уважают брахманическую культуру. Это диалог, как я уже сказал, между богини Земли и Дхармы, которые предстают в образе очень важных животных, быка и коровы. Ситуация описана здесь весьма печально. Картина такова, что бык встретил мать корову, которая скорбила, как будто потеряла ребенка. У нее стояли в глазах слезы, тело утратило красоту.
И Дхарма обратился в облике быка к ней с различными вопросами, которые описывают состояние живых существ, которые находятся в Кали-югу. Разумеется, все они достойны сожаления, но в то же самое время диктует, именно время, вот, являясь основой и причиной всего, что происходит, по своим законам приходит на землю вот, во время царствования Кали-юги в таком образе зимы, где все как-то замерзает, съеживается, и принципы религии, дхармы испытывают не самые лучшие времена. Вот здесь несколько шлок, которые в образе вопросов являются пророчеством, тем, что мы сейчас видим, как люди относятся к правилам и предписаниям, как они извращают их, и как ведическая культура перестает быть культурой и просто превращается либо в прикрытие всяческое, либо вовсе забывается. В данном случае говорится о том, что дети описывается ситуация, что дети несчастны, и женщины, в том числе, которых покинули бессовестные мужчины, находятся в незавидном положении. Как мы знаем, в современном мире многие женщины, не понаслышке, знают об эмансипации, о независимости так называемых женщин, но с точки зрения современного мира это может быть и нормально, но в ведической культуре такого понятия не существовало, а ровно наоборот, необходимо было всячески, так сказать, защищая, ограждать, слои населения, такие как старики, женщины, дети, которые просто нуждались в защите. И они находились все время, как мы знаем, под опекой. С самого раннего детства о женщинах заботился отец, который не чувствовал себя нормально, пока, не выполнял свой долг перед дочерью или дочерьми. Он должен был их выдать замуж, и муж перенимал эстафетную палочку заботы о женщине. Это был не такой долг, не такой легкий долг, который можно было запросто отдать. На самом деле, отец желал дочери самого лучшего блага, и будучи человеком разумным, воспитанным в ведической культуре, ему нужно было подобрать подходящего жениха с тем, чтобы дочь стала, могла самореализоваться в семье в дальнейшем. И это происходило в разное время, но в основном в то время, как женщина созревала, превращалась из девочки в женщину, и сейчас этой культуре мало кто следует, и даже звучит это немножко диковато, что женщины могут отдать, девушку могут отдать не по ее воле, замуж за кого-то. Существует много историй о том, как, или даже анекдотов, каких-то историй, которые демонстрируют, как нехотя, невеста идет под венец с каким-то, пожилым мужчиной, некрасивым и так далее. И это все настолько превратилось в такую пародию на то, что было в ведической культуре, что, естественно,
женщинам это не очень нравится, и поэтому они склонны самостоятельно делать выбор, так сказать, по любви. И в то же самое время доказывать свою независимость. Но мужчинам вот бессовестным, как здесь пишется в данном стихе, это, в общем-то, идет на руку, и они всячески способствуют этому, потому что таким образом они могут использовать женщину для услаждения своих чувств. Давайте подумаем, как же нам к этому ко всему относиться, раз мы попали в этот век, в Кали-Югу, и вокруг происходят подобные явления. Здесь, безусловно, идет речь о дхарме, о том, что нужно выполнять дхарму, и она бывает весьма разная, начиная от, как в Бхагавад-гите описывается, от артха-шастр, где даются законы определенного уровня, и постепенно поднимаясь до уровня бхакти-шастр, где законы уже совсем не похожи на те, что даются изначально. Ведическая культура очень благополучно давала возможность подниматься людям от самых низшего уровня следования от этой дхарме до самого высшего. И вся Махабхарата, она как бы испещрена разговорами о том, что такое высшие устои религии. Даже такие негодяи, как Дурьотхана, говорили об этом. И, например, Дурьотхана также обвинял Кришну в том, что он не следовал дхарме. Он сказал Бхиме, чтобы тот переломал, показал, чтобы тот переломал ему бедра, и это было против дхармы. Так что, как мы видим, дхарма бывает разная. Но можно ли современную культуру назвать дхарму? Скорее, это уже адхарма, да? Есть уже тоже такое понятие, которое выходит вовсе за рамки дхармы. Но в то же самое время есть и самая высшая дхарма. Есть санатана дхарма, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Сарва дхарман паритьяджа, мамекам шарнам враджа. То есть оставь все религии и предайся мне. Под религиями, безусловно, под следованием дхармы Кришна понимает в первую очередь следование определенным ритуалам. Безусловно, речь не идет о том, чтобы оставить следование культуре. И, конечно, можно очень много рассуждать о том, что такое культура и так далее. Вот есть, например, физическая культура и много разных видов культуры. Но самое главное – нужно помнить о том, что культура не должна быть полностью телесной, что она должна оставить во главе угла отношения души и высшей души, чтобы эти отношения постепенно восстанавливались, улучшали свое функционирование и в конечном счете, чтобы душа обретала, в ней просыпалась любовь к Господу. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, довольно непросто практиковать эту культуру. Вот в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что правительство осуждает сейчас заповеди ведической мудрости и предпочитает править светским государством. Результаты того – это беспокойство граждан. Люди в высшей степени озабочены просто выживанием, и они не озабочены, так сказать, высшими законами религии, потому что в правительстве находятся люди, которые не квалифицированно быть кшатриями. То есть это, говорится,
людям, которые находятся на уровне шудры, ниже шудр, которые, по идее, должны находиться в служении, а на самом деле они становятся независимыми и рвутся к тому, чтобы управлять и властвовать. В ведической культуре правительство контролировало состояние сословий, потому что брахман, если он так называется, он должен быть квалифицированным в этом, он должен определенные соблюдать ограничения, следовать принципам, и кшатрий тоже должен демонстрировать свое мужество, решимость и отвагу. Также он должен уметь защищать тех, кто находится под его опекой. Ну и, соответственно, вайшьи скорее занимались сельским хозяйством, нежели чем были воротилами бизнеса, занимались защитой коров. А, как я уже сказал, шудры, они могли быть под опекой у кого-то, ну и служить всем остальным сословиям. И это нормально, потому что возьмем любой продуктовый магазин, там находятся фрукты и овощи, например, которые могут портиться, и вот менеджер магазина, он заботится о том, чтобы как-то это все сортировать, так сказать, выбрасывать ненужное и так далее. И поэтому в обществе тоже должен быть определенный порядок. Например, в современном мире есть большая проблема ожирения. 30% населения Соединенных Штатов страдает от этого. В западной цивилизации вот эта проблема, она сейчас очень серьезный оборот набирает, в то время как в восточной культуре все еще традиции сдерживают, так сказать, эту проблему. И, например, как решается эта проблема в Америке? В самолетах постепенно начинают расширяться кресла, расширяться проходы между креслами, чтобы людям было удобно и комфортно, так сказать, находиться, дорожают билеты. Вот как решается проблема, например, я слышал в Японии, что правительство дает людям такое ограничение, каждый должен замерить свою талию, если она не соответствует этому, в течение полгода он не может решить эту проблему, его направляют на специальные курсы, чтобы он мог избавиться, так сказать, от нее. И это как-то тоже демонстрирует отношения, да, вот западной и восточной культуры. Вот я знаю такой пример тоже, например, такой пример, да, что вот в йоге, например, которая является основой физического здоровья для людей, например, вот в Индии, упражнением на пресс, на брюшные мышцы уделяется не так много внимания, то есть это всего 2-3 асаны. А в западной культуре мы знаем, что постоянно то и дело идет речь о том, чтобы сделать на себе стройный живот, как-то нарисовать кубики и так далее, вот настроение тела. И то же самое в принципах религии, то же самое в принципах образования, все имеет какой-то такой мощный очень налет кали-юги. Еще раз вновь хочется выражать свою признательность Шриле Прабхупаде за то, что удалось соприкоснуться с изначальной культурой и как-то вот отсекать себя от того, что происходит с самого детства, то есть от тех элементов вожделения, которые все время накрывают от начала до конца. И вот с точки зрения того, как здесь описывается в этом стихе, женщины становятся несчастными, потому что мужчины смотрят на них именно как объект вожделения, как объект своего удовлетворения. Есть, конечно, решение вопроса и ключ к тому, чтобы повернуть вспять эти процессы. То есть наша задача – научиться смотреть на женщину как на мать. И, например, Бхактивиданта Госвами описывал вот определенное такое упражнение, которое выполняется в качестве такого тренинга, так сказать, в отношении к женщине. Это когда вот
в определенной групповой работе, мужчина просто кланяется, подходит к женщине, смотрит в глаза, кланяется и говорит, что «я преклоняюсь перед тобой, о мать мира». Это как-то вот, ну, включает уважение больше, нежели чем вот все остальные доминирующие современный век чувства по отношению к женщинам. И вот не так давно тоже Говардхан Гопал Прабху, присутствуя здесь, на 8 марта, так интересно, вот поступил, знаменательно, я считаю, вот он повернул мужчин, ну, кто был, помнит, на лекции повернул мужчин к женщинам, а женщин к мужчинам, и женщины учились принимать благословения, а мужчины, вот, так сказать, от души желать им всех самых лучших благ. Но что интересно, он именно в каком-то смысле заставил мужчин смотреть на женщин. Ну, естественно, брахмачари в то же самое время смотрели на божеств. Но этот эффект был действительно поразителен, насколько разрушалась такая вот имперсоналистическая концепция по отношению к лучшим представительницам человечества. На самом деле, ну, вожделение такая штука, что ее можно либо можно от него, конечно, отгородиться, как-то сделать вид, что меня это вообще не касается. Я далек от этого, я, в общем-то, предпочитаю гьяну или медитацию, или еще что-то в таком плане. Но все равно оно присутствует, безусловно. Но вот иногда вот просто достаточно, ну, посмотрев в глаза своему объекту вожделения и поняв, что, ну, это просто полная иллюзия, вот, увидев живое существо, ну, к которому нужно относиться как мать, и к которому ты испытываешь действительно естественное уважение по всем, ну, сопутствующим причинам. И как-то вот это знание, оно дает возможность иссякнуть вот этому очагу, злейшему врагу, как говорит Кришна в Бхагавад-гите. И этот опыт, он по сути применим, потому что что-то с этим, ну, нужно делать, как-то сознательно иногда сталкиваешься с этими проблемами. Интересно, что женщины – особые существа, у них, у вас работают обе половины полушария, в отличие от мужчин. И что это значит? Что женщины в определенной эмоциональной ситуации могут пользоваться разумом, но в то же самое время вовлечены эмоционально в происходящую ситуацию. В отличие от мужчин, которые либо способны полностью отрешиться и действовать, следуя своему долгу, либо они просто теряют голову и падают жертвами своих чувств. Как мы знаем, история о Билвамангале Такуре свидетельствует тому. Некогда один брахман, один преданный, испытывая страсть к женщине, причем к женщине легкого поведения, пробирался к ней ночью через все препятствия. Несмотря ни на что, он переплыл через реку в шторм и схватился за бревно, как ему показалось, на самом деле это был труп, потом он полез по стене, тоже подтянулся на лиане, а это была змея, и таким образом он попал к ней, но она тоже испытывала к нему некие чувства. Но в чем разница? Вот он был полностью с головой вовлечен в этот процесс страсти, а она, несмотря ни на что, дала ему определенные наставления, которые сыграли важнейшую роль в его жизни. Она сказала ему, что если бы ты испытывал такие же чувства к Кришне, как ко мне, то ты бы стал просто чистым преданным, ты бы поднялся на совсем другую платформу. И, как мы видим, мужчина тоже имеет возможность вот переключать, и вот он полностью переключился, и он сказал: «Спасибо, хорошо, до свидания», и отправился на поиски абсолютной истины. Так что мы можем сделать вывод, что женщины и мужчины, они очень полезны друг другу, они как дополняют друг друга, и они произведены на свет, чтобы служить друг другу, а не причинять друг другу несчастье. Кроме этой темы, здесь в этом стихе говорится о том, что брахманы, кто является главой общества, с них начинается фактически падение и увядание
вот этого строя замечательного, где, где люди чувствовали себя на своем месте, выполняя из поколения в поколение свои обязанности и чувствуя стабильность определенную. В эту пятницу мы отмечаем День явления Господа Рамачандры. В ИСККОН есть издание Рамаяны, которое можно с удовольствием взять в руки и прочитать. Например, вчера держал одно из них. И там описывается, как счастливы люди были вот во время его правительства, где каждый действительно мог спокойно исполнять свой долг. Это просто мечта, мне кажется, любого человека. Жить спокойно. Спокойно и развиваться спокойно, без очень мощных перетрубаций. Когда не знаешь о том, что тебя ждет завтра, кто-то звонит в дверь, и родители, те, кто в курсе, что сейчас происходит, они уже начинают немножко трепетать перед тем, как ювенальная юстиция может просто забрать, так сказать, детей, забрать документы на детей, и уже родители не будут знать, как, что вообще дальше будет с их детьми, да, то есть все, даже вот такие вот вещи, которые принадлежат, по идее, ну, по праву родителям, могут быть тоже очень легко изъяты. Ну, я уже не говорю про различные такие авторитарные стили, где просто человека могут забрать и расстрелять, и все это уже было предсказано 5000 лет назад в диалоге между Дхармой и богиней Земли. И сейчас, как здесь говорится, брахманы принимают покровительство у тех правителей, которые не уважают брахманическую культуру. Действительно, в любом государстве, в любой политике есть своя философская основа. Например, в Англии была разработана такая система, ну, такая северная арийская система, вот такая идеология, для того, чтобы подчинять колонии, например, и подчинять другие земли, и, так сказать, оккультуривать дикарей и так далее, которые, ну, ничего не имеют общего с брахманической культурой, с теми ариями, о которых идет речь в Шримад-Бхагаватам. А тех, с кем Кришна хочет сравнить Арджуну, вот, уговаривая, убеждая его перед началом битвы, что ты же арий, ты должен себя вести достойно. Но здесь мы все видим ровным счетом наоборот. И как к этому относиться? Ну, это просто идет взрыв мозга, потому что, ну, для тех людей, кто действительно читает регулярно Бхагаватам, та реальность, которую мы видим по телевизору или, не знаю, там на улице, может быть, она не такая, но по телевизору, ну, это как-то, не знаю, телевизор – это же современный гуру, и вот те принципы, которые он сейчас провозглашает, и те принципы, которые даются Бхагаватам, это просто, ну, небо и земля. Ну, и в то же самое время вот этот диалог между коровой и быком, он заканчивается тем, что мы видим, земля, она на самом деле находится в большей степени в печали от того, что Господь покинул эту землю. То есть, несмотря на то, что бык, обращаясь к ней, соблюдая этикет, он как бы не спрашивает ее напрямую, неужели сразу вот в лоб, неужели ты несчастна от того, что Господь, который оставлял отпечатки в пыли твоих, в твоей пыли, так сказать, покинул землю. Вот он постепенно описывает вот этот клубок хитросплетений кармы. Ну, и в конце концов вот выводом является то, что на самом деле самая глубокая печаль – это то, что, ну, для преданного, а земля явно по всем параметрам, как мы видим, опечалена именно отсутствием той радости, которую принес Господь, что Он, во-первых, освободил ее от полчищ, от иго, тех неправедных царей, которые топтали ее, и в конечном итоге с его уходом воцаряется беззаконие. Поэтому
Кришна и говорит в Бхагавад-гите, что нужно оставить все виды религии, потому что религия со временем выхолащивается, она превращается просто в обрядовую деятельность, в ритуалы. Очень сложно удержать суть, да, вот этой религии. Господь из века в век приходит, чтобы поддерживать, но все равно происходит упадок, поэтому есть такая вечная деятельность живого существа, санатана дхарма, которую каждому необходимо возвращать, взращивать ее в своем сердце. Пожалуйста, ваши комментарии, дополнения и, может быть, вопросы. Хари Кришна, Сергей. Большое спасибо за катку. Вопрос то, что вот указывается о том, что здесь есть неправильное отношение к женщинам, к детям, к брахманам. Вы сказали в своих комментариях о том, что как нужно, чтобы складывались отношения, ну, в частности, к женщинам. А с другой стороны, скажем так, отношение к женщине как к матери, это бы просто искусственно, скажем так. Потому что она мать, как-то вот немножко абстрактно, то есть не сказывается. Какое все-таки ключевое знание должно появиться в сердце для того, чтобы появилось истинное такое отношение к матери? То есть не просто это самое абстрактное матери, а матери как частица Господа. Ребенку как ребенок, это самый кусочек, это сам Господа, к брахману, как человеку приятному Господу. Какое ключевое знание должно появиться, чтобы складывались правильные взаимоотношения? Потому что без вот этих ключевых взаимоотношений, скажем так, все будет такое поверхностное, такое, на уровне такого дистанции, дикета, там, не более того. Да, мне почему-то хочется вспомнить о том, что вот в Бхагавад-гите говорится, что знающий человек, он видит вот в каждом именно живую, ну, частицу Господа, что он не отличает и ни корову от брахмана, ни вот других живых существ. Но это уровень, конечно, просто гигантский, до которого идти. Как еще можно ответить на этот вопрос? Ну, тоже в Библии говорится, что вот нужно относиться к другим так, как хочешь относиться к себе. Ну, это тоже в определенном смысле немножко формально, да, вот как это все на практике запустить, ну, такое именно доброжелательное отношение. Мне кажется, следование вайшнавской культуре в полном объеме может выключить у нас имперсонализм, но вайшнавская культура – это даже выше, это выше брахманической культуры. Если человек образованный и обладающий определенными качествами, ну, являясь по природе брахманом, на самом деле у каждого в гороскопе видно, что человек там больше, он вот кто он на самом деле. Но в то же самое время брахман, вот он может, собственно, не обязательно следовать вот варнашами, вот дайви варнашами, есть еще и демоническая варнашама, как мы знаем. И вот эти все качества, они могут использоваться не во благо, а наоборот, так сказать. Поэтому единственная возможность, ну так, если широко, да, ответить, то это слушать лекции Шрилы Прабхупады, потому что он уделяет этому немалое внимание. Постоянно он говорит о том, что, ну, нужно заботиться о детях, что нужно защищать женщин, приводит различные аргументы к этому. Он как бы вот сеет в нас веру в то, что действительно, следуя вот этим принципам, мы можем перешагнуть через те тенденции, которые в нас закладывали с детства, как именно эксплуатировать представительниц противоположного пола. Ну вот, может быть, кто-то еще порассуждает. Правильно помню, что как раз вот в этом плане, то есть нужно в себе развивать чувство долга, потому что, как бы сказать, есть наш долг. То есть то, что не то, что там как объект наслаждения, то есть там дети, там брахманы, женщины. То есть мы должны как раз почувствовать наше отношение там долго, и как вот есть наши обязанности по отношению к женщинам, как к матерям, как к другим существам, и к брахманам, то есть то, что почтение. И, соответственно, наш долг перед Кришной, то есть чем связь это сам, это выполнять вот это свое умонастроение, то есть по отношению к там другим живым существам.
Вот, ну, мне тоже кажется, что долг здесь такая, ну, основная такая сущность вот, поведения, потому что долг он может остановить ум очень легко, просто вот сделать как бы стальную такую вот преграду, через которую ум не сможет просто никак пройти. Потому что ну, долг и все. То есть долг это важно. И закон это, ну, это как бы это укрепление разума как раз, и это преграда для чувств. Вот, и опять же, если человек понимает, зачем ну, это нужно, то это даст ему возможность ну, действительно, по крайней мере, следовать просто правильно. А правильно следуя, человек уже не падет, так сказать, и уже будет ну, тянуться к тем людям, которые могут ему раскрыть дальше горизонты познания истины и привести к абсолютной истине. То есть так философски рассуждать. Спасибо, Хари Кришна. Спасибо большое за лекцию. Там говорилось о покинутых женщинах, да, которых оставили. Но у меня вопрос, в каком настроении должна быть женщина, когда она, например, выпускает своего супруга в саньясу. То есть и Шри Прабхупада ушел из семьи, и Господь Чайтанья тоже осталась свою молодую жену. В каком настроении должна быть жена в таком случае? Но я могу только гипотетически порассуждать. Лакшми Нарайана Прабху из опыта знает. Просто жизнь не может. Господь Чайтанья оставил семью, его жена Вишнуприя, да? Она практически тоже приняла саньясу вместе с ним, ну, по образу жизни и по внутреннему состоянию. Потому что она стала жить только духовной жизнью. Она сократила еду, сон, все вот эти потребности тела, она сократила до минимума. И все свое время, все свои мысли тело посвящало служению Кришне. Она повторяла очень много Хари Кришна Махамантру. Она все время думала о Господе Чайтанье, о своем супруге, но она думала о нем как о Кришне. То есть она посвятила полностью свою жизнь духовной практике, что и делает саньяси. Саньяси, ну, суть саньяси в том, чтобы это тело полностью сжечь в огне санкиртаны, ну, в огне преданного служения. И ум, тело и речь посвятить преданному служению. И жена, она, как всю жизнь, она следует за мужем. Также, когда он принимает саньясу, она точно так же, ну, если ей хватает, ну вот, как бы, желание, она может делать то же самое. Только, как сказать, отдельно от мужа уже. Следовать за ним, но уже не мешать ему. Ну, как ты? То есть она тоже становится под защиту Господа, получается. Потому что вот в случае с Господом Чайтаньей, там ей некуда было ну, уходить. Да, и особо им нужно было. Она уже Кришне себе отдала и все. Да, это исключительный случай такой. В случае с ведической культурой часто бывает так, что когда муж становится саньяси, то жена, она становится под защиту или старшего сына, если он есть. Или, если еще жив отец, то под защиту отца. Или также случаи такие бывали, что жена становится под защиту брата своего мужа. То есть он как-то о ней заботится, как-то ну, поддерживает ее, там, услушивает, ну и так далее. То есть тоже такие случаи бывали. Вот так. Но самое главное, что вот ее дети или брат мужа, они не противились этому, а они знали, что это их тоже долг, да, защищать. И общество ну, всячески действительно опекало их, чтобы они себя чувствовали нормально в конечном счете. Потому что вот эти ну, такие виды населения, как женщины, дети или старики, они беззащитны в каком-то смысле. Хоть они ну,
Да, хотя они очень ценны, на самом деле, вот они все невероятно ценны, то есть по тому, как правительство заботится о них, мы просто видим уровень развития общества. Да, то есть, ну так, опять же, ложку дегтя, так сказать, в современные устои, что просто, не, ну, скрипя сердцем, но можно признать, что сейчас в основном отправляют как-то, ну, стариков, в общем, дома престарелых, или как-то стараются от них избавиться. Ну, детей там, понятно, что нужно тоже сдать куда-то там подальше, отправить в детский сад, школу и так далее, чтобы не мешались. И, ну, и к женщинам тоже здесь описывается какое отношение. Ну, это вся проблема, она решается в сознании Кришны. Потому что если человек с раннего детства практиковал сознание Кришны, он читал Бхагавату каждый день, Бхагавад-гиту, он знает все это, ну, на протяжении жизни все это применил, то в старости он будет настолько мудр, что просто появившись в любом обществе, все встанут. Но если это, ну, по крайней мере, вот эта мудрость, она будет привлекать людей, вот эта чистота. И люди, они, у них будут желание спросить у человека, а как жить вообще? А вот ты, ну, ты все знаешь, как жить-то нам, чтобы все было хорошо. Потому что проблемы у людей постоянно происходят. И сейчас молодежь все чаще и чаще задается вопросом, а почему никто не знает, как жить? Ну, вот, у меня друзья тоже часто обращаются, спрашивают, ну, правда, такая ситуация сейчас, что никто не знает, как жить. Ни старшие, ни рано, ну, то есть ни старшее поколение, старики не знают, как жить. Ни молодежь, никто не знает. И если появляются такие мудрецы в обществе, которые за всю жизнь уже мудреные, то, естественно, всем захочется позаботиться о них, потому что они ценны, они приносят вклад в общество. Несмотря на то, что физически, может, они уже ничего не могут делать, но у них есть опыт, есть мудрость. И это вот решается сознанием Кришны. Поэтому если человек хочет, чтобы о нем позаботились, то нужно развивать сознание Кришны. Да. Ну, даже такое, как бы, корыстный мотив тоже хороший. Набираться мудрости, набираться опыта. Хорошо, что у нас есть вот такая цель. Одна у всех. И мы можем всегда, ну, прийти к ней. На самом деле это нас всех объединяет и дает возможность следовать дхарме без укоров совести. И понятно, что у нас примерно вот какой-то один такой уровень дхармы. Мы стремимся к самому высшему уровню дхармы, и все остальные виды, они как-то автоматически достигаются, такое ощущение. Ну, как известно, вот если мужчина принимает саньясу, женщина должна, вот к современным искон, женщина должна полностью быть с этим согласна, подтвердить, так сказать, ну, вот благословениями и так далее. То есть, если женщина против, а мужчина как бы рвется в отречение, то это как-то не слишком там поощряется. И кроме того, как мы знаем, общество тоже, оно может немножко раскачиваться между кармой и между гьяной. И вот сейчас, так сказать, больше идет акцент на психологию, карму, вот, ну, такие все вещи, на исполнение своего долга. Вот это. Поэтому ну, такой вопрос, он вновь и вновь, наверное, возникает. Вот, как правильно себя вести, как ей быть и так далее. Вот, так что будем ловить, ну, это знание от тех, кто пахтает его из старших преданных, из уст старших преданных. Хари Кришна. И вот того времени, в котором мы находимся, то есть на протяжении миллионов лет наше сознание погружалось, падало потихонечку в материю, как бы засыпала. И вот Кали-юга, она является как бы сном сознания. Вот. Но поскольку мы говорим, что все, что творится и происходит, это только по воле Кришны, и вот есть души, которые сознание уже просыпается, это как примерно 4 часа утра. И будильником является именно Шри Кришна.
Но не каждый может, потому что если человек не готов, сознание не готово, он не может проснуться, он не готов. Вот. И нам посылает вот искон, как бы будет нас, и мы вот встречаем преданных, это вот как наша семья, это вот мы готовы. И наша миссия такова, что мы должны немножко разбудить этих людей своим поведением, своими речами, своей благостью. Спасибо. Такое замечательное дополнение. Но этот процесс, он не... без него нельзя. То есть просто материя должна проявиться. Как говорят, для того, чтобы подняться, надо сначала упасть. Вот сознание, оно падает, а дальше же будет все хуже и хуже. Но вот Кришна настолько милостив, что он нам дал это золотое течение в течение 10 тысяч лет, вкрапление. Я, например, чувствую это, вижу каждый день просто чудеса. В моей жизни, то, что я хочу сказать, я эти чудеса, вот это золотое крапление, встречаю, можно сказать, каждый день. Я очень счастлива быть. Я считаю, что это все, на все будет Кришна. Чай хрибал. Ура, ура. Ну, может быть, не очень по лекции, но я сегодня с утра его, он у меня в голове, я не могу ему задать. В общем, по поводу кармы. Ну, понятно, что Кришна, он как бы с милостивый Господь, он исполняет все желания преданного. Если он к нему попросит что-то, то ему это все придет. Ну, понятно, относительно преданных, а относительно вообще ну, людей, просто всех. То есть я имею в виду, вот у меня была ситуация, на Санкиртане я вышла, и женщина одна говорит, ну, я не верю ни во что, я машину хочу купить для ребенка. Мне вот с целью, то идет с коляской, говорит, мне машину купить. Она говорит, тут, если я буду повторять эту мантру Хари Кришна, я куплю машину? Говорит, да. Ну, как бы повторять, конечно, вам Кришна всегда поможет. А потом я думаю, ну, ведь не каждому положено, да, у каждого своя карма. Может, ей не положено машину вообще, в принципе, иметь, может, ей деньги не положены, еще что-то. Как вот все эти то есть... Где Кришна исполняет? И очень важно изначально, с каким ну, мотивом человек начал да, повторять, потому что как раз Лиана Бхакти у него ну, так и взойдет, скажем так. Она у него может ну, взойти лишь до того уровня, пока он не получит машину, да, дальше она у него не будет расти. Но это значит, что мотив был изначально неправильным. То есть... Это лучшая ситуация, чем если он вообще не будет сидеть, ну, в данном случае сложно мне вот так рассуждать, ну, насколько вот действительно это. Вы просто, ну, тоже можете, ну, так, мне кажется, сказать, ну, так вот формально, да, сказать, что повторяйте, и у вас все будет круто. Но вы это можете сказать, ну, с такой любовью, передать такую силу своей веры, что человек вообще, он как бы даже забудет про машину. Как вот, например, ну, не все же начали повторять чистым образом. Например, Друва Махарадж, вот, он изначально ставил себе цели, не связанные с чистым преданным служением. Ему нужно было утереть нос, так сказать, своей мачехе, если так можно выразиться. И в конечном итоге, когда он ну, получил все, что хотел, а на самом деле он получил даршин, вот Господа, у него все анардхи просто исчезли. И если человек идет по этому пути, ну, правильно, тогда у него вот эти все корыстные желания его и так далее, оно все естественным образом как-то отпадает волшебным путем. Но в то же самое время, ну, вот мы сами себе должны отдавать отчет, ну, для чего я практикую, для того, чтобы получить все-таки машину, какую-то славу, там, утвердиться в чем-то. Доказать другим, что моя вера лучше, или же все-таки мне важно развить отношения и служить. Ну, да, вот. Чем больше мы общаемся с теми людьми, у кого правильный мотив, тем более правильный мотив наверняка у нас, если мы не критикуем, если мы внимательно стараемся практиковать. То есть, мне кажется, все зависит именно вот от того, насколько у нас сильная такая рьяная вера. Потому что мы можем это обличить ну, фактически как угодно. Мы можем задействовать все, что угодно, под любым соусом, так сказать, подать святое имя. Но насколько у нас именно вот правильный мотив. Хотя, конечно, и были истории такие тоже по Санкиртане, что в храм заходили люди, выбрасывали книги и говорили, что заберите обратно эти сказки Шахерезады. Ну, насколько это было вот неправильно подано, да?
Но все-таки мотив, он, мне кажется, даже важнее. Изначальный мотив, вот с каким мы как бы подаем людям. Потому что все это слышно в нашем голосе, насколько мы искренне. Мы можем сказать, да, повторяйте, все будет круто. Там, получите машину, там, богатство, там, станете самыми счастливыми людьми на свете. Может, как-то с юмором, я не знаю. Но тут нужно быть, конечно, осторожным, потому что не факт, что у нас вот идеальный чистый мотив. Может быть, мы действительно наобещаем человеку с три короба, а он там, а он вообще будет повторять, обращаясь не к Кришне, а к машине, скажем так, ну, вот эту мантру или что-то такое. Я тоже сейчас так рассуждаю. Просто понятно, что тонкие законы кармы никто не отменял, что человек получит ровно столько, сколько он заслужил, по сути, да, вот как у него карма поворачивается, как у него светила встают, так у него вот и всходит. Ну, кроме того, у него желания тоже разные, то там он хочет машину, то там он современную коляску хочет или еще что-то там. Вот. А Кришна получается как на побегушках у такого человека, который просто удовлетворяет желание этого живого существа, чтобы тот просто, ну, как сказать, в этой иллюзии дальше продолжал барахтаться. Милость, конечно, Кришны в том, что он дает возможность за наши там плохие поступки не сразу нести реакцию. Например, там обидел там маленького какого-то человечка, слабого, беззащитного. Реакция придет не сразу. Ну, а человек думает, что все нормально, обидел, могу наслаждаться, я такой крутой. Вот, поэтому, ну, мы должны вот получать образование в этом, правильно, что вот такие вопросы, ну, всплывают у нас в уме. И если у нас постепенно мотив будет очищаться, мы уже сможем больше, мне кажется, вот варьировать, ну, свою проповедь, чтобы она была более гибкой, так сказать, для людей. Но в то же самое время, если мы хотим все по-честному сделать, то можно просто, глядя в глаза человеку, ну вот сказать как бы правду на самом деле. Ну вот Шрила Прабхупада, он же все прекрасно объясняет, по сути. Вот и так попытаться объяснить человеку, ну, с большей искренностью. И тогда вот у нас в сердце будет спокойно, что мы сказали на самом деле как есть. То есть вот, это может быть более приоритетно даже. Правильно понял, что как раз применительно к этим стихам, которые мы сейчас читаем, то, что вот эта одна единственная нога, то есть на которой вот этот Бог стоял, это именно правдивость. И как раз то, есть, то что мы вот, скажем так, пестуем вот эту правдивость, именно честность как раз, то есть там порядочность. То есть мы показываем хороший пример отношения к людям. Потому что даже вот с точки зрения обычных это самопродаж, то есть тоже там занимаясь там бизнесом, там продавать там все что угодно, люди очень ценят именно правдивость. Потому что можно впарить там все что угодно, от самолета, то есть там до колготок там можно впаривать. Но именно как раз отношения долгие, порядочные и как раз хорошее уважение, то есть такая, и даже вот свое отношение, то есть там, к человеку как частица Господа складывается именно через правдивость. Именно через правдивость. Да, да, вот это мы услышим уже в следующих лекциях, которые будут вайшнавы читать, вот по правдивости, там же действительно видно, что картина такова, что бык еле-еле, едва-едва стоит, но он все-таки стоит еще на этой одной ноге. А что было бы, если бы он бы не стоял, то есть дхарма бы полностью рухнула, невозможно было бы уже практиковать, так сказать, никакие пути. Пока еще дхарма держится, должны сохранять правдивость. Это очень важно. Спасибо за вопрос. На этом на сегодня все. Спасибо всем еще раз огромное. Харе Кришна. Грантарад Шримад Бхагаватам Киджая, Шрила Прабхупада Киджая.